Всем привет! Очередная кучка посылочек с AliExpress. Вскроем, посмотрим, что здесь, не знаю. Все посылки по бесплатному посреднику. Так. Вот такой интересный. Просто так упаковал хорошо продавец. Надежно, не пожалел пупырки. Здесь у нас пластиковый бампер. Тут софт-тач пластик такой бархатный. Здесь под дерево сделано. Очень интересно, красиво. Это на Xiaomi Redmi 3 или Redmi 3 Pro. Хотя они одинаковые. Вот такой классный чехол. Симпатичный довольно-таки. И тут приятный такой на ощупь. Так, дальше. Что-то маленькое. Это такие переходнички. USB на OTG. Полезная штука. Если у вас в телефоне нет OTG, то вставляете вот этот переходник и получаете OTG выход. Тоже, как видите, упаковано отлично. Так, здесь что такое в двух пакетах? Еще один пакет. Крепление для телефона. Автомобиль. Присоска вот такая. На присоске липучка. Так. Вот сюда вставляется телефон. Здесь такие резинки. И здесь так оно. И тут на наклейка, ее нужно снять. О, все крепко, не оторвешь. Хорошая присоска. Так, здесь винт тоже фиксирует положение. Вот оно тут на шарнире крутится в разные стороны. Хорошая штучка. Так, и последнее на сегодня. Так, упаковано как стекла. Да, наверное, это стекла. Был заказ из нескольких стекол. Это в подарок такая подставочка для телефона. Она, конечно, копеечная, но приятно. Так, и здесь получается 4 набора салфеток, стекол,
тоже 4. 4 стекла. Надо их все просмотреть. На целостность. Хотя в пенопласте, конечно, должны быть целенькие. В общем, я их всех проверю. Это вам. Это я проверяю для случая чего, а на видео, конечно, это все вырежу. Это не нужно. Но вы, если получаете, тоже сами заказываете товар, то проверяйте все, чтобы у вас были видео доказательства в случае обнаружения каких-либо дефектов. Для того, чтобы вести потом спор с аргументами. Все, все целое. Все отлично. Все, вот такая была сегодня распаковочка. Если вам что-то нужно, можете писать, обращаться. Бесплатный посредник Украина. Заказываю людям, кто не знает и не умеет как, или не хочет просто заморачиваться. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. I'm gonna go get some more.